Яслі сад «Церамок» у городе Горки – одна со старейших дошкольных установ. Подчас подрыхтовки программы «Губернатор онлайн» с уделом керовника в области Анатолия Ісашэнкі, якая у лютым была у прямым эфиры на телеканале «Беларусь 4 Могилёв», поступила пропанова, каб садик поставили на капитальный ремонт. Зараз вырашэнне проблемы на контроле Могилёвского аблвыканкама. Яслі сад «Церамок» побудовали амаль 35 годов тому. Его былая работница, пенсионерка Татьяна Княжевич, жадая, каб «Церамок» выглядал не горш сучасных установ. Я так считаю, это ненормально. Так не должно быть. И, пожалуйста, вот, это аварийный выход. У нас никогда не приводился капитальный ремонт. Нас даже, видите, с открытия детского садика, если вы видели, окна деревянные. Пройдите в туалет, туда вы увидите, там унитазы надо менять. Вот такие унитазы, это нереально, понимаете? И отмостки, и фасаду будинка, и лестницы эвакуационных выходов, их ремонт запланованы на ближайший час. Буквально до летнего периода времени в планах есть Горецкого районного исполнительного комитета замена этих аварийных выходов. То есть уже ищется подрядная организация, которая будет выполнять данный вид работ. Я думаю, эта проблема будет исчерпана. У дитячем садку 160 вокнов, уже заменили полову. Усе яны буйногабарытные, значит, дорогие. Тому не отрымливается одночасово обновить усе. Они хорошего качества, они нормальные, в хорошем рабочем состоянии. Они предполагается их менять в следующем году. У санвузлах плитка давняя, однако чистая. У некоторых группах про кабинку сапраўды яшчэ стоять унитазики старой модели. Тоже унитазик заменен, вон он. Есть. А вот эти еще унитазы рабочие в состоянии. В этом году мы планируем несколько групп отремонтировать унитазы. Установили сейчас беседки, да. То есть это все делается, но это явно, что ну, не сразу это все делается. Вот. Сразу так махом явно, что не хватает все-таки средств. Меня, допустим, меня устраивает. Мой ребенок ходит в сад, я довольна. В плане питания, в плане отношения к ребенку. То есть в группе все доступно, есть игровой материал. То есть, естественно, и спальная зона. Как бы, поэтому ну, я не могу сказать ничего плохого. У городским райвыканкаме зауважили, что год у дитячем садку «Церамок» робить тякучий ремонт. С буйных работ недавно перекрыли дах, новая подлога у харчблоку, зарабили павети на дитячей пляцовцы. Поступово заменяют сантехнику и в окны. Гроши поступают не только с бюджету и по забюджетной деятельности. Установе допомагают спонсоры и батьки. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, новини региона.